Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Dear Space в очередной раз. Так, сначала хочу сказать, что да, видосы не выходили 2 дня, я был за городом, в общем, был занят на выходные и не было возможности ничего выложить. Ну и приступим именно к сейчасшнему видео. Значит, я собрался показать вам добычу газа в ВХ. Ну а кроме как ВХ, его больше нигде смысла добывать нет. Сначала начну с фита, но сразу скажу, что очень многие модули у этого персонажа, моего майнера, который умеет газ, не качнутый, то есть он в принципе умеет газовые модули, причем у него на четверку вкачнутый газ харвестеры. Но в то же время, сейчас все увидите. Покажу вам фит на него. Так, ну вот, я как сделал. Я поставил, значит, 3 экстендера, которые увеличивают нам щит процентно. И поставил, ну, 2 газкод харвестера, пробки, понятное дело. Потом один стабилизатор, который дает ему еще 1 сопротивления к нашему хватанию. И стоят, я еще хочу поставить medium shield экстендеры, 2 штуки, но так как я могу только Т1, а у нас не было Т1 на посе, поставил Т2, просто показать вам. И afterburner. Ну, потому что afterburner нужен, чтобы топить от газа к газу и так далее. Чтобы не тратить на это время. Так, ну сейчас мы с другом полетим на газ и примерно попробуем там за полчаса добычи газа вам показать, сколько выйдет с этого денег. Значит, сейчас я поставлю паузу, долечу до газа и уже будем думать с вами вместе. Так, ну вот, значит, да, я решил вам заодно вот показать. Газ у нас уже на скане, в принципе. И у нас он есть, и не совсем плохой, так сказать. Даже на 3-м месте этот вроде газ по цене из всех возможных, которые можно найти в ВХ. Вот мой друг, вот он сзади меня, тоже на Вентуре. Не забываем тыкать пилингатор. Сейчас я буду топить газу без afterburner, потому что я просто не могу его использовать, потому что у меня некачественный навык. Это бред, конечно, но для майнера эти навыки были не нужны, поэтому я его и не качнул. Так, сейчас я открою вам блокнотик и покажу свой список. Вот, смотрите. Вот это все газы, которые есть в ВХ. Самый дорогой из них C320, потому что он иски, надо смотреть по этой графе, иски за метр кубический. То есть, вот сейчас мы будем добывать C50, и он 6300 исков за метр кубический дает нам. А, допустим, C302 13600, то есть это в 2 раза больше. Как бы это вот самый дорогой газ. Ну вот смотрите, в принципе, вы эту табличку можете посмотреть на паузе и все увидите. Так, сейчас я топлю. Значит, еще хотел рассказать насчет навыков на газ и вообще какие модули существуют. Проблема газа в том, что на него сейчас мало модулей, именно увеличивающих его добычу. Есть как бы газ Cloud Harvester, да, который вы сможете в Т2 качнуть с помощью навыка там на них. Но в то же время нет никаких тюнинг модулей на газ и так далее. Но есть импланты на газ, если я не ошибаюсь, которые увеличивают добычу газа и эффективность модулей. Я сейчас поставлю на паузу, найду вам эти импланты и покажу. Ну так вот, я, короче, покопался в имплантах и нашел, во-первых, есть достаточно много имплантов для майнинга. Вот как бы вы, в принципе, почитаете их там. Ну, неплохие бонусы, и можно вставлять их нам вот на майнинг и на газ тоже, и на лед точнее. А вот в разъеме номер 8 вот вам импланты на газ харвестинг. Как бы вот особо кроме этих имплантов увеличения нету. Видите, бонус 10 минус 1%, но это в зависимости от ваших навыков. Так, примерно, да. Вот мы начали майнить уже 9 часов, там он просто раньше начал на 5 минут. Сейчас я тоже беру газовое облако в цель. И начинаю майнить его 2 харвестерами, 0 метров, можно встать по нему в орбиту, просто крутить. Так, почему я поставил увеличение от того, что мы можем отварпать, сейчас я покажу вам. Потому что у Вентуры свое уже 2 защита, помехозащищенность варп-двигателя. То есть, допустим, какой-нибудь чувак на скрамблере нас не схватит. А когда стоит тройка, то это позволяет нам... Так, я закосячил сейчас маленько цикл газ-харвестеров, потому что надо близко быть, а не в 3500. Так, задать радиус орбиты 1000.
Давайте даже 500 зададим, чтобы он не особо парился. Так, ну вот. Все, берем цель. Там 1500 метров у них просто радиус. Ну так вот, если к нам прилетит какой-нибудь человек и схватит нас, допустим, сразу и скрамблером, и дизраптором, то мы сможем отварпать, и это хорошо, как бы. Винтурка в этом плане очень хороший корабль, то, что он может убежать практически всегда. То есть вы сможете, знаете, для того, чтобы выучить газ-харвестеры, вам, ну, надо будет денег на это потратить, конечно, лямов 25 вроде. Но это того стоит, и постоянно она с орбиты выходит. Короче, я буду на месте стоять, тупость какая-то творится. Задал вроде радиус орбиты, блин, 5000, конечно. Закосячил сам. Так, 500. А, да, 500, все. Ну вот. Ну так вот, в принципе, вы потратите не так много денег на это, а в то же время с газа можно заработать нехилую сумму денег. Сейчас вы увидите это. Проблема в том, да, вы также будете сбрасывать этот газ, потому что он занимает достаточно много места. Ну вот видите, смотрите, я сейчас промайнил, если вот сравнивать даже с рудой МБХ, я промайнил сейчас полцикла, даже один цикл, заработал уже за это 5 миллионов. То есть, ну, цените, да, количество денег, которые можно заработать. Все понятно, все понятно. Нет, нет, я сейчас вас ввел маленько в заблуждение. Это явно не за один цикл. Это, короче, в этом корабле просто уже была. Был газ. Был газ. Был газ уже, и я что-то затупил. Ну, короче, вы сейчас увидите, это фигово. Потому что тут был газ. Ну, будем считать, что тут было 4 ляма, потому что примерно столько тут и было. Выбрасывать сейчас его в космос я не буду, но посмотрим. В крайнем случае, у меня есть друг, у него навыки такие же, и он мне покажет, сколько он заработал. Ну, 1000 из этого мы скинем. Считаем, будем считать, что 122 мы сейчас на майне. Примерно так и есть. А 1000 мы скинем просто, и все. Да, сейчас вот посмотрю, сколько за цикл дают. Единиц. Ну да, да, примерно 122 мы намайнили. Потому что 2 цикла было, а за цикл примерно 60 дают. Все, так будем считать, а 1000 уберем. Можно выбросить, ну ладно, потом выброшу просто 1000 из этого. Ну вот, да, 20-30 минут мы будем майнить, посмотрим, сколько примерно можно заработать. Да, это, конечно, я дал. За минуту 5 лямов, это было вообще самое выгодное. Выф онлайн, добыча денег. Ну так вот, 1000 скинем просто, это видно, кто-то уже из нашей корпа майнил на моем корабле. Потому что он просто валялся, у нас куча винтурок валяется просто в посе, там, штук 5, наверное, и кто хочет, берет просто и майнит. Потому что практически все умеют газ. И когда нечем заняться, можно пойти помайнить газ. Потому что на газ, в принципе, надо не так много навыков, чтобы зарабатывать на этом. А для новичка, который как бы насканил просто червоточину на Вентуре, пошел, добыл газ и все, и он молодец. Да, вы скажете, как бы, почему там не проспект. Ну, потому что у проспекта абсолютно точно такие же бонусы на газ, он учится достаточно долго, но в то же время вы должны понимать, что он имеет меньше помехозащищенность в арп-двигателе. То есть у него нет такой характеристики, как плюс 2 к помехозащищенности. Да, он может летать в коверт-клоке, но все равно как бы... И учить его только ради того, чтобы иногда добывать газ, я не вижу смысла. Если вы хотите быть профессиональным добытчиком газа, таким, знаете, именно летать на Вентуре, допустим, она вам понравилась, и вообще вам очень нравится это дело, там, летать ПВХ по нулям где-нибудь, и так одному в соло добывать газ, и мне сейчас тоже бы эта идея прикольная была бы, если бы я выучил. Можете выучить вот проспект, он имеет бонус на добычу газа абсолютно точно такой же, имеет систему маскировки всережимную. И также он может добывать, видите, руду. У него бонус на производительность буровых лазеров выше, чем у обычного. И он может также поставить себе, из-за этого может... Сейчас я вам покажу. Так, слиперы прилетели. Нам надо бы отварпать сейчас. Так. Пока меня не убили.
Мы успеем от варпа, сейчас мы зачистим быстренько. Да-да-да, надо думать о том, что... тут бывает, прилетают слиперы, убегай. Да, проворонил слиперов из-за того, что болтал с вами. Сейчас я поставлю на паузу, мы быренько за... Да ё-моё. Мы быренько забьем этих снайперов палками. И все будет хорошо. Так, пока Кирилл забивает снайперов с палками, я вам дальше расскажу про газ. Про добычу на проспекте. Смотрите, вы сможете поставить на проспект модулятор Deep Core Miner и добывать мерканцит. Мерканцит — это одна из самых дорогих руд вообще, которые существуют. И добываются они только двумя видами. Модулятор Deep Core Strip Майнерами, который ставится на тот же скиф, допустим, можно поставить. И модулятор Deep Core Майнерами обычными. Так этот проспект, кораблик, имеет достаточно большой бонус на буровые лазеры. Мало того, что за каждый навык майнинг фрегата Expedition фрегата по 5%, что даст вам 100% прирост под конец вашего изучения. И также он имеет и так 100% прирост на производительность буровых лазеров. То есть это x200% на добычу мерканцита, что в принципе имеет неплохой, так сказать, прибыль. Я никогда не добывал мерканцит, может, когда-нибудь займусь этим, если ему интересно, как это происходит, но как-нибудь потом. Да и вообще этот кораблик выглядит прикольно. Такая, знаете, проапгрейженная версия Вентуры. Так, сейчас поставлю паузу, и мы решим, что мы будем делать дальше. Надо зачистить газ. Либо, по крайней мере, сложить все и примерно за наши 5 минут, которые мы майнили, показать, сколько получилось. Пауза. Так, ну вот, короче. Мы решили сейчас, что мы выложим все, что мы сейчас добыли. И вот заново 10 минут ровно засечем, чтобы хватило для статистики. Но смотрите, какую вещь я сейчас увидел. Вот этот газ, да, 1402 единицы. 1 единица, 1 кубометр. По моей таблице, которую я вам показывал, сейчас открою ее еще раз, получается, что этот газ стоит 6300. То есть, скорее всего, что-то изменилось в ценах. Потому что мне пишешь сейчас, что он стоит 4540, но на самом деле, может быть, он стоит дороже. Просто в ИХАТа цена не точная пишется, потому что мы же не имеем доступ к каким-то там к джите, там, либо к каким-то торговым хабам, где хорошо скупают газ и так далее. Так что... Тем более, после переработки там можно еще дороже сделать. Просто у нас пока не налажена переработка газа в, так сказать, ингредиенты для крафта стимуляторов. Ну вот, ну, видите, 4540 как бы за штуку. Недорогой газ. Самый крутой 320-й. И, в общем, не будем рассчитывать на как бы эту цену. Примерно я вам покажу, сколько будет вот с такой ценой газа. Но, как бы, вы сами думаете, что это неточная цена. Лучше всегда прилететь, помайнить и на собственном опыте узнать. Либо, по крайней мере, может, эта информация уже устарела. Зайти на какие-нибудь сайты и посмотреть цену, так сказать, в нынешних реалиях. Потому что давно мы не обновляли и не в теме были насчет этого. Давайте мы сейчас через сайт посмотрим, на самом деле, сколько он сейчас стоит примерно. И я пока поставлю паузу. Так, ну так вот, мы нашли сайт с рынком. По ценам джиты, можно вот посмотреть, он называется джитомик. Джитономик, точнее. Тут прям в реальном времени вроде указывают стоимость. Да, на самом деле он подешевел. Таблицу надо переделывать, но этим мы займемся позже. Да, он сейчас ставили стоит 4200. Как бы, и в принципе это дешевле гораздо. Ну да ладно, у нас смысл как бы не в этом, а в добыче. Сейчас я так точно выложу, все проверю. Да, я все выложил. Так, но я думаю, сейчас мы полетим на облако. На третье. Так, так, третье облако. И потом я покажу, как бы вообще. Сегодня вот с утра мы зашли в игру, да. Ну, не с утра, вот часик назад, наверное, до того, как я запись включил. Вы пофармили артефакты, данные, как бы и все. Даже слиперов не фармили. Там вроде вот с газа только, которые были. И сейчас я покажу, сколько денег за это вышло, за вот, можно сказать, час фарма. Но это позже, после уже, когда мы уже покажем вам газ. Так, тоже облако, 50-й газ.
Да, какая цель за 34 километра? Эх, надо было точку ставить прямо на нем в ноль. Сейчас буду топить полчаса. Так. Ты говоришь, точку ставим? Ну да ладно, пофигу. Сейчас дотопим, не спеша, так сказать. Сразу на орбиту поставлю. И вот примерно 30 минут мы будем отсчет вести. Сейчас просто как дотопим, так и будем вести отсчет. Видите, можете вот тут время посмотреть, в принципе. 10 минут, конечно, я не буду снимать фарм газа. Поставлю на паузу, а там уже покажу вам, что получилось. Потому что, ну, это бред. Сейчас только дотоплю, чтобы показать вам, с какого времени мы начали. Пока топлю, немного расскажу, значит. Ну, следующий видос, скорее всего, будет про фитинг поса, точнее даже не про фитинг, я не буду показывать вам, как он ставится. Я об этом расскажу, потому что, ну, показывать это я считаю бредовым. Там ничего сложного нет, просто расскажу, как это делается, да. Также расскажу, какие лучше модули поставить, если он вам, смотря для чего он вам нужен, так сказать. Если он вам нужен для того, чтобы просто жить в ВХ, как нам, допустим, чтобы иметь свою базу, вот такую основную, то я вам тоже расскажу об этом. Ну да ладно. Так, в 9:26, все, начинаем. Кирилл уже начал, сейчас я тоже дотоплю. Наконец-то до него. И тоже начну добывать. С нашими пылесосами, газососами. 1500 метров, погнали. Так, все, пауза, и ровно через 10 минут мы запустим видео дальше. Так, ну вот, мы прилетели под пост. Были маленькие проблемы во время фарма. Ну вот, примерная сумма, примерно 5 лямов получилось, 4900 за 10 минут. Но, ну, прошло немного больше времени, потому что у нас кончилось облако, мы полетели на другое. Видно, это облако было уже кем-то добывало, ну, добыто чуть-чуть. Поэтому, как бы, долго оно не продержалось. Ну, в общем, вот примерный доход, который вы можете получить с майна газа в ВХ за 10 минут примерно, да? И вот у Кирилла примерно столько же. Ну, это ладно, без разницы, как бы. Вдвоем один вы. Ну, в принципе, я считаю, что это неплохая сумма. За час можно гораздо больше сделать, считая, что это такой дешевый газ. В принципе, можно увеличить свой доход раза в два, если добывать нормальный газ, и они вот такой дешевый. Даже если сравнивать с рудой, это повыгоднее будет, так сказать. Но в то же время и по, может быть, опаснее и так далее. Так, ладно, я сейчас лечу к ангару, покажу вам, сколько мы за сегодняшнее утро добыли в этой двоечке. Вроде кто-то говорит двойка, двойка типа фигня. А вот за час можно добыть, не участвуя в боевых действиях вообще, просто открывая данные артефакты. Я все хочу сделать гайдик по данным артефактам, но так как у меня и не качественно, а качественно не только у Кирилла, тут два варианта. Либо я зайду за его аккаунт и сделаю вам гайд, хотя не так шарю в этом, как он. Либо я заставлю его это сделать. Ну, мы еще подумаем насчет этого. Ну, в общем, что-то для вас будет точно. Потому что, в принципе, это достаточно большая статья дохода в ВХ. А там бывает, можно вытащить прям вообще дорогие вещи. Допустим, какой-нибудь модуль. Вот недавно мы вытащили башню за 700 миллионов. Чертеж фракционной башни, которая ларджовая, короче. Ну, поса. Самый дорогой чертеж поса фракционного. Там 700-600 лямов вроде такая цена была. Так, понимаете, да? С обычного там абсолютно газа. Так, сейчас я покажу. Это у нас ангар с деньгами. Не этот. Вот, седьмой ангар. Можете видеть. Это вот за сегодняшнее утро. И там, в принципе, еще какие-то деньги были с Сальвага прошлого. Как бы, ну, вот можете посмотреть, да. Ну, не считая, что тут есть один лазер. Ну, как бы, вычтем из этого, ладно, там, 50 лямов, даже меньше, и как бы увидите, сколько можно получить за меньше часа фарма просто данных артефактов. Вот вытащили вот этот модуль. Не, вот этот сейчас покажу. С последних данных, что мы вытащили. Сейчас, секунду, найду. Так,
Да, вот этот вот, и еще там был какой-то очень дорогой совсем. Вот этот, это вот именно с последних данных было, 52 миллиона. С одних данных, которые просто открылись за минуту. И как бы это еще не самое дорогое, что может выпасть с них. Ладно, это мы, пожалуй, закончим. Этот немного тупой видос. Ну, не то, что тупой. Так просто как-то все самбурно получилось. Потому что, ну, с подготовкой, конечно, было все не очень хорошо, потому что не было нужных модулей на поясе. Но как-то ждать еще, пока я слетаю, привезу, было уже не втерпёж, хотелось выпустить ролик. Ну вот, он скидывает, что мы потеряем абсолютно наш пост. На самом деле, даже если на нас сейчас нападут и начнут нас сливать, будет гораздо сложнее для наших врагов. Но это я расскажу уже в видео про фитинги босса. Так что сейчас мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте свои большие пальцы вверх и до скорых встреч. Всем пока.